Всем привет! Что значит быть равнодушным к похвалам и обидам? Я попытаюсь объяснить вам эту важную штуку одной поучительной историей. Известен древний рассказ о том, как к старцу, опытному в духовной жизни, пришел юноша просить совета в деле духовного совершенствования. «Хочешь, преподам тебе урок?» – спросил старец. «Хочу!» – ответил юноша. «Иди сейчас на кладбище и громким голосом хвали покойника». После возвращения юноши старец спрашивает: «Как вели себя мертвецы?» Они молчали. «А теперь иди туда же и ругай!» Юноша исполнил приказание. «Что же было на этот раз?» Они безмолвствовали. «Так вот», — сказал старец, — «если станешь равнодушным к похвалам и обидам, как эти мертвецы, тогда ты поднимешься еще на одну ступень духовного совершенствования». Hey, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поняли суть этого видео и смысл этого видео, самое главное. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, делитесь этим видео, нажимайте на уведомляющий колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и с вами был Паша, всего хорошего, пока!